Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Недавно я снял видео о том, что «Почему мы так плохо живем» называлось, и о том, что мы сами формируем нашу картину мира. И вот сейчас я хочу немножечко об этом. Там я говорил, что мы должны видеть, ну, тот, кто видит дерьмо, тот и получает дерьмо, тот, кто видит хорошее, тот получает хорошее. И в конце я говорил, что, блин, если мы хотим, чтобы наши чиновники были хорошие, мы должны их полюбить и замечать только хорошее, и как это сделать вообще? Так вот, вчера вечером возвращаюсь из Москвы, Киевское шоссе, ну, в общем-то, час пик, и наблюдаю такую картину. У одного человека какого-то, ну, машины, спустило колесо на дороге. И он свернул на обочину, левое колесо, левое переднее, скажу так. Вот. И он свернул на обочину, и домкратом поднимает колесо, и надо менять колесо. Ну, вы понимаете, вот машина стоит, да, он стоит на той части, по которой едут машины, и там... Короче говоря, ну... Очень опасная штука, на самом деле, могут сбить просто, потому что все летят, как эти угорелые, там все торопятся домой, там, не знаю, из Москвы, вот. Перед ним стоит гаишная машина, гаишник, понимаете? Перед этим человеком, человек меняет колесо, перед ним стоит гаишная машина с включенной мигалкой, и гаишник буквально своим телом просто закрывает вот этого человека, чтобы он поменял колесо. Ребята, он не обязан это делать. Вообще не обязан. И такие случаи не единичны. И я все чаще и чаще встречаю вот таких гаишников. Я все чаще и чаще вижу, как гаишники реально помогают людям. Реально. Вот конкретный пример. Я не знаю, кто он такой, но я хочу сказать вот сейчас спасибо этому гаишнику и спасибо всем тем гаишникам, которые помогают. Ребята, вы молодцы, вы приносите реальную пользу, я это вижу, и я надеюсь, что это видят, ну, другие. И сейчас я хочу попросить, вот если вы, например, видели что-то хорошее вот, от гаишников, от милиции, которые, вот не надо ругать, а если есть за что-то похвалить, вот напишите, пожалуйста, в комментарии, за что мы можем похвалить. И чем больше будет таких комментариев, тем больше будут таких гаишников, тем больше будет такой милиции, тем больше будут таких чиновников, тем больше будет таких госслужащих. Пожалуйста, друзья мои, если у вас есть чем похвалить, выразить благодарность людям, госслужащим, которые нас окружают, напишите, пожалуйста, и тогда их станет больше. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Да, поделитесь этим видео, и тогда будет намного больше добра в мире. До встречи.